Еще раз всех поприветствую. Доброго времени суток, дня. Не знаю, вот доброго дня тем, кто из Москвы. Доброго дня, конечно же, тем, кто с Киева и вообще откуда бы вы ни были. Хороших впечатлений вам от этой встречи, которую мы посмотрим. Байкей против НИП. В принципе, предварительный расклад я уже давал. Имена знакомые все, да. Байкей только что проиграли команде Z Nation с разгромным Фетром на этой карте. Сейчас они будут драться с командой НИП. И пока НИПы без шансов, в принципе, их вырезают на ножах. 2-1 ситуации. И Малекинович сейчас попытается один что-то здесь предпринять против Фореста. И, конечно же, его собраты Фифларна по команде. Но вот не вышло что-либо с этим сделать. Ну и НИПы, видимо, решили начать как... Нет, свич делают команда НИП, и будут начинать они в дефенсе. Опять же, сильнейшая мировая команда сейчас будет драться с французами из Байкея. Вот регуляры SL TV Star Series, команда, которая держится пока что на Star серии, сейчас попытается сразиться с НИПами. Ну, НИП что, самая титулованная команда в CSGO. Пока самая титулованная команда в CSGO. Все крупные турниры и все первые места были за ними. Последнее время этот вот один из турниров, ради которого они полетели в Прагу. 20 тысяч долларов призового фонда, конечно, все хотят кушать. И начинается все здесь очень-очень жестко. Гидрайт просто пушит мид, кладет первого, перестрелку ведет с вторым, дает флеш через ящик. Очень технично действует, прогоняет игроков нападения. Да, в свою очередь, французы в этот момент попытались создать давление на А, но не вышло. И играют стяжку на Б. Плент, фулл Б. Гидрайт играет на поджиме, в миде. Его, кстати, никто чекать не пошел. Зря. Вот позиции, на самом деле, отданные Аркаде. Надо выбивать просто здесь... Во-первых, идут в меньшинстве на Б, во-вторых, надеются, видимо, на поджим по миду, что хотят занять Б просто так. Но тут, как видим, сразу же все мечты французов обломились об скалу под названием Фифларен. И об скалу с ником Фифларен, так, наверное, правильно. И остается у нас последний НПК, который пытается отхалдиться, но с двух сторон его тут уже неплохо закрыли, принял на себя такой крепкий удар. Вот он слышит топот Фрайберга. Слышит. Вернее, не Фрайберга, а Фрайберг его вообще прострелил, походу. Как я понял. Ну, 1-0 в пользу НИП. Эта встреча, наверное, будет разыграна очень-очень быстро. И... Опс. Пардон. Еще раз вот убираю титр. Эта встреча будет разыграна очень быстро. Опять же, у Байкея здесь маленькие шансы. Группа А на этом чемпионате действительно какая-то... предсказуемо. Не, ну как предсказуемо? Первое место точно НИП, а вот за второе место там будут бороться Байкей, ESC, Z-Nation. У Z-Nation есть уже победа над Байкей. Посмотрим после этой встречи, как сыграют поляки. Но я думаю, в принципе, это будут быстрые игры. Вот эта игра пройдет быстро, и интересная встреча, конечно, ждет вот после этого матча. Но это мы все равно посмотрим. Шайн пока уволил неплохо так Фифларна. Остался последний с диглом в руках, и вместе с ним его тиммейт, один КП. Вот и последний остался, я просто по бару ориентировался в плане инфы. И как видим, ну, скрима все равно забрали. Вдвоем они очень-очень... Ну, вот скрим был на открытой позиции, конечно. В коврах Шайн сейчас будет ждать, наверное, какого-нибудь своего палача. Обычно в таких раундах иногда бывает, что повезет, да, достанется какая-нибудь халявка. Но я думаю, здесь у НИПов все схвачено, слажено, никто лезть не будет, просто подождут. А, так тут просто вот запирает Элисун. Единственное, что это отход на Б, он вполне вероятен. Но, по-моему, здесь есть инфа у НИПов по бомбе. Раз они так уверенно на А стоят. Вот просто карта у нас ее опять почему-то не отображает. Тут где-то стопудово вывалилась. Не могу ее найти. Может, даже где-то здесь. Нет, не тут. Игрок атаки. Как видим, уходит обратно в ковры. Пытаюсь найти бомбу. На респауне ее тоже нету. На респауне только глок. И, в принципе, не знаю, что здесь Шайн выхалживает и выжидает. Но шансов у него, конечно, да. Никаких. Он сейчас просто пойдет и отлетит. Опачки! Тупо. С бизоном. Гидрайт его прикончил. Вот мне интересно, сильно ли они устают после таких напряженных матчей. Еще один эко от Байкей, потом девайсы, которые, если они не берут... И... Вообще, я считаю, НИП можно обыграть. Вот просто еще нет той команды, которая дала бы им отпор. Действительно, вот были попытки очень четкие на DreamHack. Опять же, вот могу вспомнить, можем вспомнить DreamHack и команду Mouse Sports, которая, несмотря на свое британское происхождение трех игроков, но три британца известны в Source Community,
Не смогли дать отпор Непам на карте DDoS 2, при том, что повели сначала по счету, держались очень-очень уверенно, но опять же, вот шведский опыт, не то что опыт, шведская собранность, тимплей помог команде НИП обыграть команду Маус и Спортс, при том, что обыграв ее, они показали, что они действительно на голову выше, потому что вылезли из минуса, забрали у оппонента преимущество, разбили их на первой карте, вторая им досталась нам в подарок в полуфинале. Просто в подарок, там счет был вроде вообще несерьезный для мышек, но свою карту они разыграли на максимум против них, показали, что такую команду как нибудь можно реально держать под контролем, не давать ей расходиться, но вот сейчас Байкей будут делать, наверное, то же самое, стараться, просто здесь уже выбора как-то нет, да, соперник определен, и Скрим открывает счет в раунде, минус Фифларен, падает сурзвено состава НИП, ну, еще не целиком, конечно, еще Фрайберг живой, но... Пока непонятно. Опачки! Скрим отстреливает люльку. Здесь уже становится ситуация интереснее. 3 в 5. Атака через мид приносит небольшой успех команде. Минус от Шайна в паре со Скримом. Они забирают на перемычке попытку перестрелки от Лэнстрома. И в итоге остается последний Кристофер Эллисон на Б-планте. 1 в 4. Французы разыграли просто до контакта. Не повели себя агрессивно. Но за это, в принципе, и поплатились в этом раунде. Красные стрелки пытаются сейчас там закрыть Гидрайта, но первый открылся Ника на меде, дождался стяжки, и счет становится 3-1. Ой-ой-ой, Байкей, вот Z Nation так не заходило, а здесь смотрите, как повезло. Ну, Z Nation тоже, да, такой Crazy Russian Style, МХО. На этом турнире Z Nation единственная команда, как раз-таки, которая представляет Россию. Нас интересует еще команда Dot Team. Вот матчи Dot Team завтра в течение всего дня. Мы будем наблюдать, возможно, даже какая-то стадия плей-офф будет. Опять же, по этому турниру, друзья, пока что подробного вивер-гайда нету. Все, что можно сказать, то, что организаторы выделили на призы $20 000. Проходит он в гостинице. Название я точно не помню, но номера вроде очень-очень четкие. Видел фотки, смотрели видео от НИПов также. Как там рассажены команды, все достаточно уютно. Знаете, такая квартирная атмосфера. Такое ощущение, что вот в такую достаточно неплохую квартиру пригласили всех, рассадили, самое главное, команды четко. Ну и парни играют друг с другом, не парясь. И пока что здесь 3-1. Турнир проходит, конечно, с небольшой задержкой, но, как я понял, организаторам можно выразить респект, потому что они распланировали все матчи так, чтобы мы могли посмотреть реально все самое интересное. И вот две встречи подряд, они против Байки, и потом Байки против ESC, и только после этого мы посмотрим завершение игрового дня ESC против команды НИП. Это будет также интересная такая, не знаю, жирная точка в конце первого дня турнира. Ну и завтра матчи команды Dot Team в течение дня, как я уже сказал до этого. Ну а пока Байкей, что повторно атакуют топ-лэн, создают, ну вот, несколько опор давления на защиту. И им удается выйти в перекрестный огонь на пленте, поставить бомбу. Естественно, здесь НИПы могли бы сейчас сыграть на сейф. Но в ситуации 2 в 3, я думаю, они попытаются разобрать. Неясно вот сейчас, что будет Форест с Гидрайтом делать. Вообще, классическое выбивание Форест плюс Гидрайт. Вот для НИПов это... Не, в 1.6 это была бы такая классическая штука. Я думаю, ну, все-таки посмотрите, они попытались там найти какой-то контакт, как бы на долпане, никого в аркане не поймали и решили отойти. Гидрайт остается отрезать перемышку, Байке, естественно, стягиваются от этой бомбы, и счет становится 3-2. Лол, Байке меня пока что поражают. Вроде сыграли Z Nation как-то не очень. Опять же, вот рандом, качали. Но вполне возможно, стиль игры французской команды может быть крайне неудобным для шведского коллектива, но, по-моему, просто НИПы еще не приигрались. Не приигрались к Байкеям, и первая половина, опять же, будет не показателем. Все самое интересное только во второй. И тут вот спрашивают, Калыч играет? Нет, Калыч не играет. Включи ВХ, включил. Включил в чате Киберарены, тем временем проскакивают сообщения. А, Скрим же раньше в ВГ был, ну, типа того. Я еще, кстати, слушал такую историю про Шокси, вот тоже один из игроков французского. Французской CSGO-сцены, вон тут прямая флешка от Гидрайта, как не надо кидать флеш, яркий показатель. Все-таки еще не задрочили до конца эту игру, да, вот механика, моторика, там техника действий, да, все-таки еще прихрамывает у некоторых игроков. Мы реально не видим вот четких, отлаженных там стрейфов, мув, но у НИПов пока не самые четкие. Так, Байкей задумали крайне грандиозный расклад, и, видимо... Ну, на развод это не похоже, видимо, это окончательная атака, 5Б, скорее всего. Мид, я не знаю, если тут с мидом хотят атаковать через скрима, то это косяк, здесь Фларен закрывает.
Плюс есть на перекрестном огне Форест, как бы здесь скриму легче отрезать хелпу, остаться где-то вот здесь, стоять незамеченным. Но он, тем не менее, идет на Фореста, сейчас чекает перемычку, с перемычки его, кстати, тоже ждут. Он топнул парапет, его уже слышали в зиге, открывается на ящик пустой, пытается пройти дальше, прыгает, и его видели. Скрим, разворот, минус, Линдберг отлично подловил, заставил Фореста проявить себя и застал врасплох. Его тиммейты в этот момент открываются на Б, Пленки драйвит подсадки, дает минус один, минус два, в десанте практически... Ловит все шансы на то, чтобы убить Ника, но спрей не зашел, не попал по сопернику. 3 в 3 ситуация благодаря гидрайту, и пока что идет изоляция бани, достаточно плотная. Плотные гранаты от французов заходят в нипов, но особо сильно они их не затормозили. Но вот флешки еще в бой не пошли, вижу, остались две флешки у Шайна, он должен их как можно быстрее реализовать, пока что пытается вот давать много-много демейджа по своим оппонентам, но оставляет одного своего тиммейта Малекиновича на пленте, вместо того, чтобы раздать флешки и зафокусить по одному, он пытался постейфиться. И, в принципе, без этих флешек здесь не смогли байки отбиться. Плюс не законтролировали проход в спину, позволили совершить такую ошибку. Но, несмотря на это, время закончилось, бомба взорвалась. И чудом байки берут свое третье очко. Счет становится 3-3. Пока французская команда начинает меня немножко удивлять. Неужели они сейчас попытаются отшлепать непов? Я говорю отшлепать просто потому, что этих парней реально там не сбить, не перевернуть, но на победу, конечно, надеяться байкеев на непами глупо. Но может непы захотят выйти со второго места с группы, знаете, там, чтобы не попасть на второе место группы Б, это будет команда в Регеймс какая-нибудь. Не, я думаю, если, знаете, на стадии там четвертьфинала попали бы друг на друга, команда была бы интересней. Итак, Лэнстром, Гзист, минус Шайн, минус от байкей, сразу с ямы, дают двойной размен, тройной размен, минус Фрайберг, и 2 в 3. Ну вот, пистик от Линдберга сработал, сейчас за девайсом будет пытаться выманиться гидрайт. На ситуации 2 в 2 французская атака встает, у них есть девайс, они это понимают, но спешить им пока что некуда. Нужно выждать хотя бы открытие одного из игроков дефенса, но они не дожидаются, решают убежать. Ну это опять же отсутствие терпения. На самом деле я бы сказал, что это решение вполне читабельное от команды Байке, и Непы сейчас вот гидрайт тупо чекнул. Никого не нашел, все, можно развернуться, либо бежать в аркаду. Но сначала, конечно, Непы заберут девайсы, эти девайсы вряд ли будут идти на сейв, скорее всего. Они попытаются разыграть. Нет, гидрайт засейвит девайс, Форест пошел чекать Б, даст инфу по Б и опс, наверное, видел. Не, он займет плент. Да-да-да, увидел плент, гидрайт бежит сразу же к нему. Ну вот Форесту здесь нельзя вообще стреляться, но он все-таки лезет, отхватывает в голову, как видим, моментально. Гидрайт просто не успевает стянуться здесь. Изначально, по-моему, Кристофер или Сунд хотел засейвить девайс на коврах, но потом решил стянуться, когда Форест спалил выход Б. Известно также, что есть один красный игрок у французов. Инфа просто проходила, по скриму попадали. Я в этом уверен. Ну вот, пожалуйста, минус скрим. Ну вот игра против Ника ждет у вас ковров. И чувак-то справа гидрает. Ну вот реакция хороша, но не навел он прицел на голову. И тем не менее, байкей 4-3 начинают уже выигрывать у команды НИП на один раунд. Вот это жесть. Вот это жесть. Хотя этим французам многие пророчат, кстати, до сих пор еще выход на лан-финалы. SLTV Star Series, не знаю почему. Вообще вот в ладдере, в лиге... Стралдер ТВ, CSGO Стралдер ТВ, можете зайти во вкладочку Лига и ознакомиться, как там сейчас себя французы показывают. Они занимают 12-ю строчку рейтинга. Опять же, у них была замена, какие-то матчи они проиграли. Опять же, из-за того, что у них не было пятого игрока, звали они вот Келли из женской какой-то команды. Не помню ее название, но там и iGaming, типа того. И результат у них неубедительный. Но здесь пока что они пытаются качать НИП. Ну, что ж, приоритет на LAN-турниры тоже приветствуется у команд. Но я считаю все равно, что будущее именно вот за ТВ-форматом, за лигой. За форматом лиги. Именно лига дает постоянную практику командам. Постоянный движ болельщиков. Это здорово. Скрим минус Фрайберг. Тем временем разменчик от НИПов в ответку сразу же зашел. Ну и снова выход на Б от французов. Достаточно они открыто действовали. Ну как, степом разыграли по коврам. Попытались выйти, вот вышли в тупик, в дымы. Форест, в принципе, здесь всех расколбасил. Попытался по нему вжать НПК, но это уже не решает. 4-4. И смотрим. Фифлорен какой? Потратил 5700 за предыдущий раунд. Совсем уже с ума сошел. Тем временем, где-то, наверное, в Твиттере по хэштегу КССЛТВ уже кто-то что-то написал. Когда еще Na'Vi будут играть? CSGO, Stralder TV, смотри расписание. Когда играют Dot Team? Dot Team будут играть завтра. Завтра весь день мы посвятим матчам команды Dot Team. И также пару матчей команды Very Games прихватим. Но, опять же, группа Б, друзья, начинает играть сегодня. Там первые два матча
Они уже есть на Хелтьюрге в анонсе и на CSGO Starladder TV в репортаже. Но смотреть мы их сегодня не будем. Мы на группе А закончим нашу трансляцию и группу Б будем ждать. Также у нас титр с группами должен быть, но мне его сделали немножко кривым. И я вот буду ждать ближайшей возможности его переделать. Но я уже поставил задание программисту. Надеюсь, что он попробует из дома что-то наколдовать. Ну что, быстрый эко от Байкей. Опять же, с одной потери его заканчивает команда НИП. Игра пока что идет в одно русло. Нет никаких интересных, пикантных моментов. Все заканчивается на перестрелках. Пробросов от Байкей в атаке мы жестких не видим. Ну, вот сейчас давайте посмотрим. Готовится дым с респа. И первый дым пошел. Два яма. Второй дым тоже пошел. Двойная изоляция. Если я не ошибаюсь, это Зик и Люлька. Да, вот она, Люлька. И... ой-ой-ой, два дыма в люльку дали. Это ошибка, Зиг открыли. Вот будут бояться Зига, не смогут пройти. Не смогут, но видимо, но мы как видим по схеме расстановки, у атаки цель у них далеко. Не Б-план, скорее всего, вот звено из трех игроков попытается сейчас разыграть, чтобы занять мид. Мид заняли, люльку чекнет, наверное, Шейн, опять же, с коридора. Ника стягивается на А, либо пойдет на ковры, тоже не ясно. Нет, все-таки А, все-таки это А, 3-2. Ну, видимо, цель вот у французов была втроем сначала занять мид, чтобы здесь никто из шведов не бегал, попытаться как-то отцепить люльку. А оставшиеся игроки атаки, как видим, ждали аркады. Саплента, аркада не шла, тут позиционирование твердое у Непов. И первый минус от Xista, на размен должен был выйти Маликинович, но он этого не сделал. Сейчас его должны уже плотно в коврах пытаться поджидать. Линк, кстати, тоже не открылся. Вот несинхронные выходы для Байкей будут катастрофой. Ну, в итоге открывается у нас, как видим, Маликинович, фейлит со стрельбой, зажимает... Фрайберг, это заканчивается печалькой, скрим дожидается Зига, минусует Зиг, о, лезет в люльку в аркаду, ситуация 4-2, о скриме уже известно, Ника последний из звена атакующего на плент, вернее он даже не последний, он играл на стяжку, он так и не смог присоединиться к своим тиммейтам, чтобы атаковать, а по одной простой причине его просто зажали в яме, но вот тут еще игра на пленте может дать какие-то ему интересные расклады, если он, конечно, минус даст, но Фрайберг пока блестяще играет. На своей позиции ставит хедшот паника, падает бомба, но и скриму тут уже некуда деваться. О нем инфа есть у всех фактически. Форест здесь уже его почувствовал и пуш, хедшот, и это 6-4, НИП выигрывает. А вот Форест меня поражает, залез на забор и спрыгнул, сменил девайс. Хочет АК, хочет АК, жаждет АК. У французов нет денег, экономика подбита, все плохо. Но зато они могут приехать во Францию, подойти, не знаю, подойти к своим болельщикам и сказать, 4 раунда взять у НИП, это крайне нереально по ощущениям. Это такой адреналин. На самом деле, друзья, НИП тоже не дураки. НИП прекрасно понимают, что пока вся, вот, пока все профессионалы с CS 1.6 сцена, да, пересели на CSGO, пока все на стадии, как бы, да, раздупления, подготовки. Они понимают, что вот эти первые турниры они смогут повыигрывать, позарабатывать бабок. Эти бабки, кстати, все, по-моему, с турниров, они как бы пойдут в развитие организации НИП, если я не ошибаюсь, ну или какой-то процент. Эх. Вот, ну вот дальше у них уже начнутся сложности. Там, с тем же вторым сезоном StarLadder, как НИП только начнут играть на StarLadder, так могут начаться проблемы у всей команды. Фрайберг минус Шайен и 5-2, ну, Байкей, Найка совсем... никчемные, вот пытались сыграть с разводящим звеном на А, с выходом бомбы на Б, но и то не получилось. По одному погибли, а скрим пока что нереальные плюхи пытается ставить. Вот Гидрайт он уволил, конечно, вообще на зачет. Гидрайт даже Найс не написал. Ну и АВП от Фифлара на его смело закрывает с кухни. 7-4 в пользу команды Ниндзя в пижамах. Преимущество практически в 4 раунда, и вот сейчас один из ключевых моментов в игре. Я думаю, если тут французы не берут раунд, то... их мораль в команде упадет вообще в никуда. Не, ну нить к игре они как минимум потеряют, а без нити к игре парням ловить нечего. Но я вижу, что чат Киберарена ТВ в группе в стиме болеет за команду из Франции. Пишут, берем, 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 ребята. Ну и французы решили пробежаться по миду, аж все в пятером. Два дыма упало, гранаты Зиги от защиты. Сейчас будет царский прием, по-моему, от Фифлярена. Нет, Фифларна изолировали, Фореста тоже. Пассивная флеш, поздняя флешка, вернее, как раз-таки на заход. Атака, как видим, не прошла, пытаются отпушить люльку. Зист уже идет в аркаду, Фрайберг запирает перемычку. Знает, что в люльке тусоваться может куча-куча народу. Но все-таки выход, по-моему, будет на Фореста. Как раз-таки, да, Зиги открываются игроки атаки. Форест принимает, минус от Гидрайт в спине. Фрайберг забирает НПКЕ и французская быстрая атака. Быстрый раунд от французов пока что катится на дно океана. Там, где живет якорь.
который бросили туда... который бросил туда команду Emulate после победы на ВЦГ в 2007 году. Но история французского КС еще не закончена. Может, будут какие-то победы. Попытка отчаянно сыграть в размен на Зиге. Смелое решение, но без поддержки тиммейта. Это выглядело абсолютно глупым самоубийством. Можно было вдвоем попытаться что-то придумать. И одну хотя бы позицию на Зиге как-то разыграть в свою пользу. И 2 в 2 уже потянуть. Потянуть время. 2 в 2 может довести до критичного момента ситуацию. Ну вот открывается у нас, как видим, Малекинович на Зиге. Вот сейчас он подберет бомбу и... оп, подобрал, ушел. А здесь трое игроков просто взяли и продинамили бомбу. Ну, сейчас, опс, минус с АВП нету. Малекинович минус. Так, Коц это ВП, оставляет его красным, дает гранату в плен. Тут идет смена позиции жесткая. Не знает он об этом в парне в пункте. Пытается простреливать. И, ну, время заканчивается. Он выбрасывает бомбу, его забирает здесь Гидрайт. Не понял Малекинович, что там двое игроков стоит. Но он здесь уже ломился, времени не было и выбора не было. То есть тут либо умираешь, и либо умираешь, и тебе дают деньги, либо остаешься живой, и остаешься без бабла. 8-4 в пользу команды НИП, и... все равно французам можно выразить, я думаю, респект за 4 раунда. Но опять-таки, вот в онлайне они, конечно, покрепче выглядели. Ну и карта для них, наверное, не особо удобная. Все-таки здесь СУ, сцены представителей есть, которые не особо-то Мираж идентичный 1.6 полюбили. Как бы, ну вот ВГ, Мираж, они опять же, да, не играют. Не играют, потому что играют они, вот нюк у них бессмертный, непобедимый, да, играют трейн там в напряженночку, у них получилось играть с НИПами. Вот НИПы, по-моему, играют все и готовы играть любую карту против ВГ. Но все равно, опять же, если финал будет в ГНИП, я думаю, это 2-0 за НИПами и уверенная доминация. Просто времени слишком мало прошло после DreamHack, это раз. Вот по моему субъективному мнению, если, например, бы сейчас Na'Vi играли как минимум, ну, минимум как в Ori Games, да, и проиграли примерно месяца 3, проиграли бы команде НИП на каком-нибудь дримхаке на финале 16-4-16-2, то к следующему турниру, даже который был бы через неделю, парни были бы уже готовы им противостоять. Вот. А вот в ВГ за 3 турнира этого не получилось. Как бы, я уж думаю, здесь вряд ли они что-то выхватят. Ну, а байкей в меньшинстве, снова на миде. Какие-то невнятные реально раунды, невыразительные, без характера. Играют французы. НИПам только остается стоять на позициях и гадать, куда они идут. При том, что куда бы они ни шли, везде ой-ой-ой-ой-ой. Как сурово Гидрайт, конечно, поймал сейчас скрима. Тот явно чуть инфаркт после этого не схватил. 9-4, ну и у НИПов здесь, наверное, вижу цель, вижу 11-4, вижу, как можно быстрее пойти на обед и сыграть с ESC. Но у французов еще будет драка с командой ESC Gaming. Это Нео, Паша, Кубин, Лур, Тас. Это наша любимая польская пятерка, за которой мы также сегодня будем наблюдать. И тут у меня начинаются какие-то лаги непонятные. Я смотрю апдейт-рейты, и с апдейт-рейтами все нормально. CMD-рейт можно, наверное, тоже 16 поставить. Но лаги все равно продолжаются. Вот у игроков атаки в основном. Тут, как видим, ситуация разыгрывается 2-1-2, при том, что Ника оставляет отрезать аркаду на ковры под Б, которой нету. Фрайберг в этот момент спокойненько минусует пески. Вернее, пески, ковры на плинте. Идет на перекрестный огонь. Сейчас Гзи спреет по коридору. Минус коридор. Форес паре с ним аркадит. Чекает белый, минусует медал. И последним остается Ника с диглом. Французское бешеное нападение. Без флеша, без дыма, без гранат, без всего. Вообще было закрыто буквально 2 секунды. Ну вот, 2-3 секунды, минус 4 встания, и все. Остается здесь, как видим, Гидрайт. Ну и против него Ника, который с диглом совершенно безобиден. 10-4. Ну и на последний раунд первая половина французы выходит с неплохим бюджетом. С неплохим бюджетом, опять же, у одного игрока он действительно неплохой. У остальных все по-средненькому смотрит. Что, смотрим, что купит скрим и будет ли там армор. Вот арморы, к сожалению, на... Gold TV не отображаю. А, нет, вот, есть армор, есть, да, отображаются арморы. Все круто, у всех есть вторые, это нормально. Ну и байки атакуют. На хелсбарах, я хотел сказать, они не отображаются. Ну и байки атакуют, топ-лейн, пытаются быстро выйти. Сразу встречают сопротивление в лице Фрайберга. В паре с ним вместе Лэндстром. И они, в принципе, здесь всех задавили. Снова минус 4, там просто... Да это какой-то, не знаю. Это какая-то мясорубка. Я не знаю, мясовертки, мясокрутилки, кухонный комбайн просто не устраивают Франции и режут их. Good health, пишет Линдберг. Ну, показывают сейчас хорошие манеры игроки команды. Они здесь в пижамах, и при счете 11-4 французам, по-моему, второй половине ловить остается только идти лягушек в озеро. НИПов они тут обыграть вряд ли смогут.
Ну и стартовали первые игры. А, проблемы с компьютерами ESC. Такая информация проходит. Топ-1 NIP, топ-2 Варигеймс, топ-3 Dot Team, топ-4 ESC. Вот кто-то говорит. Ну, посмотрим, посмотрим на самом-то деле. Я думаю все-таки, что у Dot Team шансов побольше. Я считаю, что они способны биться вот с VG на равных. Ну, VG, конечно, жестко стреляют, но у Dot Team, вот им бы World Edit туда сейчас, чтобы он был реально в форме. И... Но там есть Митя Богданов. Вот я надеюсь, что он парням поможет как-то разобраться в ситуации вообще. Выездные турниры, знаете, вот особенно европейские, это совсем другие, это совсем другие ланы, это не одно и то же. Как бы. А для Dot Team это вроде бы как, ну может быть не первый международный турнир, но в CSGO точно первый, и в новой дисциплине тоже первый, да еще и в Праге, но хорошие условия на турнире, это радует. А здесь пока не по атакуют на закрытый плент, он же Б, пытаются зайти, вот, жестко идет у них перестрелка с бани, тут они пытаются манцевать скрима, который... Тоже, в принципе, врасплох ему удается застать Гидрайта и наказать последнего Лимберга в коврах. Счет становится 11-5. Первый пистолетный раунд взят французской командой с потери в одного игрока. 2 хп осталось у скрима после замеса. Нипы выглядели не потерянными, но раунд в атаке играли, скорее всего, на... Ну, в состоянии по такому, знаете, не алё. Типа, ну чё, берем, ну давай попробуем на Б сыграть все вместе. Ну давай попробуем. Ну и пошли на Б все вместе, погибли. Но ничего страшного. Вот такую команду, как ни, проигранные пистолетные раунды только мотивируют на эко давить. И они, посмотрите, прорываются практически пятером снова на Б. Остаются все целы, что самое главное. И при этом, при всем, вот нужно сейчас Гидрайту здесь было выходить. Куч Фрайберг минус Б, Малекинович минус Гзист. Нет, все-таки Б удается французам принять. Не смогли здесь отстрелять Нипы. Себе преимущество сделала только минус Ника, но я считаю, шансы у них были, если бы вот звено, которое забежало в кабинку над люлькой, попыталось бы зааркадить, вылезти обратно на мидл и доставить как-то неприятностей. Но аркадить не стали, думали, наверное, что здесь будет полный прием какой-нибудь на закрытых позициях. Что их ждут. Думали, что у французов информационный поток прошел. Ну и выбора здесь особо сильно нету. Что дальше играть? Естественно, один эко от Непов, 4 ковры на А. И один игрок, как видим, встал под яму. Это будет быстрый эко. Здесь не хотят они церемониться. Хотят как можно быстрее начать с девайсного раунда. Но удается здесь, в принципе, пробить одну из позиций. Как видим, с петуха пытается Шайн давить. Минус 2 есть, минус 3. И ковры последний игрок атаки. Ну, просто так там, конечно же, сдаваться не собирался сейчас Форест. Но, тем не менее, граната от Малекиновича его догнала. 7-11. Ну что, байки после первой пистолетки, в принципе, разыграли все, что им... Должно было уйти в стек раундов. И мы не смогли нас поразить на экономическом раунде чем-то невероятным. Но матч продолжается. И давайте смотреть. Не берут девайсы. Я включил автодиректор. Давайте посмотрим на нем, что нам покажет GoTV. Оно немножко лучше может переключить нам на минусы. Как я вижу здесь. Да, пошла подготовка аплента. Флешка. Дым. Отдымление, а также ямы есть ответная от дефенса. Это немножко, конечно, затормозит Гидрайта. Но его задача здесь просто кинуть и отвлечь на себя внимание. Как минимум после дыма он попытается выйти на контакт. Вот на трон уже полез игрок защиты. И Гидрайт, видимо, пытается на слух сыграть. Так, на люльке уже первый палец. Шайн попытка залезть на ящик. Защека и зиг заканчивается для него феерийским провалом. Гидрайт готов выйти сейчас с ямы. Зажим от НПК он не переживает. При том, что зажим был такой, что первые пули сразу же фактически прилетели в голову Кристоферу Элисунду. И Непы пытаются сейчас сплитовать мид... Мид через перемычку. Ну вот в зиге Малекинович наткнулся на Фореста. Форест на него тоже оставил его красным. Ситуация, как видим, 3 в 3. Идет стяжка от Ника на хелп в аплент. Но опять же, она немного неправильная. Знают защита об игроке на мидле. Но вот почему-то никто не рискует выходить мидл выкуривать. Видимо, они думают, что это фифларен. И на ВП лезть это, конечно, грех. Большой грех. Но 4 в 3 побороться еще шведам можно. Французская команда тоже, конечно, здесь будет играть на левеле. Ну и Фифларен в качестве открывающего на А, как видим, там есть игрок защиты. На троне сразу минус мажет у нас Фифларен. Вот попытка открыться на плэнскрим. Если за все, закрыл перемычку, отлично. Но открылся все-таки на яму, дал разменяться. И ситуация 2 в 2. Так могли бы численное преимущество сохранить. Не очень разыграл. Вот перспектива была... Нам перспектива была крайне большая для французов здесь, чтобы вообще без проблем забрать раунд. Но теперь не ясно. 6 секунд. Влетает у нас, как видим, на перемычку. Фларом пытается стреляться, но бомба. Бомба ставится в последние секунды. И Фрайберг остается. 1-1 его давит Малекинович. Вот это байке, вот это французы. И дефьюз с дефьюзом, друзья. 11-8. Как они напрягают Непов. Это уровень, друзья. Это уровень, как минимум. И пока что...
Я готов, наверное, половину своих слов и прогнозов забрать обратно. И не спорить больше по этому поводу, потому что затащили реально на ура. Но вот я думал, что все-таки Фрайберг последнего-то парня из-за красного ящика выкурит, но кто же знал, что там прострелом вылетит такая няшка от французского игрока. Но если Байке здесь играет 15, тогда я буду танцевать вообще 2 дня подряд в эфире в конце каждого дня под какую-нибудь музыку. Будем устраивать дискотеки с вами, друзья. Настоящие нормальные дискотеки. В прямом эфире. Ну а пока прием от Скрима. Весьма отличная реакция. И хороший индивидуальный уровень он показывает. Минус 3. Тупо просто минус 2 на раунд у команды НИП. От одного Скрима залетает. Не, все, французы, по-моему, решили здесь уже твердо подойти к процессу. Вот первый Молотов за всю, за все игры, которые мы сегодня с вами смотрели. Залетел, попытался там подпалить немножечко у нас Йоханссон. Ему этого не дали сделать. Ну и осталось фифлардочку только выйти с ямы и умереть. Бомбу, кстати, отдали у ямы и контроль полностью у французов над ситуацией. Я думаю, шансов не будет. Максимум это минус 1. От Фифларена тут может быть. Ну да, в 3 дула, как видим, его закрыли на яме. Счет становится 11-9. У Непов падает экономика. И вот настало время играть то ли Эко, то ли брать Галилы. Давайте смотреть. Ну вот Фрайберг может позволить себе закупиться. Кстати, первый раз вижу от Фрайберга статистику 22 на 11. Вот обычно, когда Непы разрывают какие-то команды в мясо, Фрайберг идет сзади всей своей команды. Ну а здесь, видимо, день не зашел у всех, а у Фрайберга заехал. 22 на 11, его стата, 5 раундов. Он становился MVP в этой встрече. 17 на 11 ГЗИС, 2 раунда MVP. И по одному MVP у Гидрайта Фифларена, 2 также у Фореста. Но по очкам он едва-едва сейчас догоняет предпоследнего игрока французской команды Шайна. И чуть-чуть... Ну, на 7 очков опережает последнего НПК, у которого 6 на 14. У французов пока что Скрим докингит на самом-то деле. И Маликинович его пытается догонять. Но пока не по их дигл раунд. Начинает работать на ура. Открыли зик неплохо. Дали банку. Пытаются Байкей также не отставать, знаете, вот от агрессивных действий. Стараются сразу пытаться дать какую-то контрмеру агрессивным действиям и позициям. Пробросили мидл флешками не особо удачно. Но, как мы видим... Ну вот тут момент. Момент был сейчас интересный на Зиге, но там дело до конца не дойдет. Ну, посмотрите, у команды не просто 4 игрока, красные. Один гидрайт со 100 хп разыгрывает на коврах. Но, по-моему, если они сейчас пойдут все с ямой, туда залетит какой-нибудь один молотов, мы увидим поджаренные лягушачьи лапки. Ну, а... Ой-ой-ой, лягушачьи лапки. Извиняюсь. Мы увидим, наверное, Швецию в огне. Не, НИП в огне. Пижамы горят. Ну, сейчас вот будет минус на Б. Не, Скрим боится здесь просто играть с Б-плантом. Очень сильно боится играть с Б-плантом. Давайте смотреть. Так, минус, да, от НПК сразу. Ну, тут изи тупо. Вот первый трифраг заходит в красных парней еще. И Фифларен красный остался. Лэнштром вместе с ним. Ну, и мы тоже здесь доставили. Еле-еле разобрали. Не могу такие раунды комментировать, если честно. Уж очень как-то все пассивно и медленно. Но расклад в том, что НИПы типа шли... Не пришли здесь до конца, до упора. Они не хотели проигрывать этот дигл раунд. Но, опять же, раунд был не подготовлен. Это было видно. Играли они на морозе. Просто позиционная война. И попытались перестрелять врага. Но врасплох застать одного здесь удалось. Но не более. Ладно, смотрим дальше, что будет делать НИП. Выход мид. Сейчас 3. Наконец-то с девайсами. 2 игрока идут по коврам на Б. На Б прием будут оказывать 2 игрока также французской команды. Вот они, молотовы, пошли в бой. Опять же, антиаркадные на центр, либо... Не-не-не-не, там вот аркада была здесь уже одна от Шайна. Шайн ждет как коридор, и его здесь запирает перекрестным огнем. Вдвоем знали, что игрок дефенса прошел туда, иначе бы Молотов не лежал. Интуиция сработала у НИПов. Перекрыли одну из агрессивных и очень важных позиций, которая дала бы Байке преимущество. Ну, на дистанции она дает преимущество как минимум. То есть, если бы он там простоял еще секунд 20, а потом бы словил бы стяжку какую-нибудь жесткую, да, на в перемычку и атаку на аплент, он мог бы всю закрыть. Ну, как минимум, одно звено, которое играло бы вот через прорыв перемычки, на, было бы закрыто вот с этой позиции, если бы, конечно, здесь чувак не спустился и не зачекал. Ну... Я думаю, он не стал бы чекать, спускаться. Если бы он хотел бы за чекать спуститься, он бы сейчас бы уже здесь остался стоять. И тут решили рискнуть. Решили сыграть 4 в упор на одного и одного Фореста в качестве запирающего стяжку Зиги с Б-плента. Ну или аркаду с Люки на перемычку. Что, в принципе, было бы тупо.
Этого французы делать явно не будут. Ну что, давайте смотреть. Выходит первый Элисун. Сразу его ловит Анпике. И понимает, что трон выходит дальше. Приходит скрин на перекрестный огонь. Гзиз кладет Анпике. Дает размен. Скрин 2 в 2. Ситуация. Маликинович вместе с Ника. Смотрим, что нам предложит сейчас Фрайберг. Удобная позиция. Ой, Линдберг, он же Форест так реализовал удобную позицию. Но вот его тиммейт красный отдался Плантей. Маликинович против Фореста. Бомба ставится за красным. Маликинович, как видим, понимает, что Форест успеет поставить бомбу. Ставит он ее в упоре за красным. Влетает флешка. Знает Маликинович, что Форест, скорее всего, разыграет сейчас перемышки. Ну вот бомбу такую, конечно, задефузить будет очень-очень тяжело. И посмотрите, Форест убежал вообще настолько далеко, что игрок французской команды даже не понимает, где его искать. И, скорее всего, это изи раунд для Фореста, если сейчас не будет. Если он случайно не зачекает. Опс. По-моему, зачекал. Да, зачекал Маликинович, но ему раздефить уже здесь ее просто невозможно. Ну вот, здесь уже, как видим, сработало реально. Сработал индивидуальный уровень Фореста. Он, да, он не стал там принимать каких-то очевидных действий. Он поставил бомбу весьма нестандартно на перемычку. Обычно, когда вы как бы думаете... Обычно, наверное... Ну вот француз подумал, что либо Форест здесь находится, либо он прячется где-то вот за этими стенками. А как оказалось, он вообще на меде, в голову его схватить никак не хватило. При том, что контроль здесь просто бомбы постоянный. Дыма нету в арсенале, дым нигде не валяется. И без дыма, конечно, дефить эту бомбу было бы сложно. В итоге Байкей дарят раунд команде НИП. И счет 12-10 говорит о том, что НИПы будут брать и 13 очко. Но у французов есть деньги, и есть возможность сейчас предотвратить набор раундов своих вспыльчивых соперников из Швеции. Своих титулованных соперников из Швеции сыграть более чем достойно. Но пока Байкей меня поражают. Видимо, они сели неразыгранные. На The Nation размялись, взяли мало раундов, а вот с НИПами решили побороться. Ну, все-таки, конечно, надо быть на уровне, когда ты играешь против лучшей команды в мире на данный момент. Но пока лучшей командой в мире, а именно ее игрок Гидрайт, дает очень жесткий минус. И сейчас, по-моему, он еще примет аркаду. А, ну вот просто подарил себя сейчас НПК. Отдался как надо, в итоге Гидрайт на морозе просто сделал минус 2 на, но здесь, естественно, от Байкей нужна стяжка, Гидрайт уходит с ковров, а его тиммейты готовы выходить в яму. На приеме там никого нету, как бы, кроме Шайна единственного, который ждет ковры, ну и атаку на трон он уже, по сути дела, это пропустил. Как видим, под флеш выходит нападение. Действует крайне жестко, трон занимается. Да, трон занимается еще и АВП, сейчас будет попытка засечь нычку. Вот так идет проброс, вот она АВП начинает стрелять, попадают. Нет, не попали по Шейну. Ну а об АВП известно. Маликинович минус пленте. Вот пытаются разбанцевать сейчас плент на двоих, но удается там Лэндструму выстоять. Он дает свой минус. Его все равно отжимает Шейн. Попадает по голове. 2 в 2 ситуацию. Байкей шансы выбить этот злосчастный раунд. Ну вот 2 в 2 на пленте. Третий на стяжке. И Ник остается последний. Дает минус. И он не знает, где находится сейчас товарищ Элис. Он садится дефить бомбу. Его задница открыта для ямы. Вот он его услышал. И ошибка в позиции при дефьюзе, в принципе, и от французов приносит победный раунд команде НИП. Ну, поспешил. Опять же, вот так теряется нить к игре. Мог нормально подумать, где он находится. Сесть как-то удобно, задефить. Но он либо ждал прохода там СБ в спину, да, либо ждал перемышки, так как туда он очень активно смотрел. Но он не мог подумать, что Гидрайт просто пассивно закрывал. То есть, ну а что, Гидрайт после двух соперников остался красный. Его было вот здесь вот оставить реально, ну, реально выгодно. То есть он красный, если он там умрет. Он сыграл в качестве размена. Посмотрите, сейчас будет развлекаться Фрайберг вместе с Фифларном. Тут вот была какая-то жесткая попытка аркады. По кой хрен непонятно. Отдача 14 раунда. Надо было все-таки на этом эко попытаться Байкеем сыграть в стиле железные яйца и посидеть на позициях. Может быть, дать какую-то попытку ниндзя дефьюза, дождаться там более пикантной ситуации, но решили сыграть без церемоний. 14-10. Ну, видимо, французов этот счет с командой не устраивает. В принципе, опять же, Байкей, ESA и ZNation, друзья, будут бороться за выход со второго места. То, что НИП выходит здесь с первого, это бесспорный аргумент и факт. Но вот, конечно, нам бы хотелось, чтобы ZNation вышли со второго места и не кто-то там. Но тут еще есть ESA, которые тоже выглядят очень-очень жесткими. И вот встреча с Байкей у них сразу же после этого матча, ну и мы будем ее смотреть с максимальным вниманием. Ну и после этой встречи, наверное, я открою голосование, и мы узнаем все-таки, кто же за кого будет болеть. Не болеть, а кто же
думают. А вообще можете просто в комментариях, либо в чате уже начинать общаться с другими зрителями. Я вижу, нас много, очень много, 42 человека в чате. Так, флешечка хорошая от Скрима, еще одна флешечка залетает сейчас. Опс, и в итоге Скрима забирает Эллисон. Попытка от Маликиновича сыграть перекрестный огонь с тиммейтами на уже заранее закончена провалом. Сейчас Гидрайт спанет вот в голову Маликиновича, который, ну, очень предсказуемо действовал, то, что залез. Гедра попытался, как видим, тут сыграть с перемычкой. Перемычка пыталась догнать его и зааркадить, но не вышло. Тиммейты Гидрайтена уже закрыли ее. Ну и пошаговая атака команды не приносит им матч-поинт в этом матче, в этой встрече. Я думаю, 16-й раунд они возьмут без проблем. У французов нет денег, там пошли первые арморы. Вот сейчас еще Шайн, наверное, возьмет Дигл второй армор, хотя может и удивить нас, и купить что-то интересное. Нет, решил сыграть на девайс, как я понял. Хотя экономика у него... Да, армор Дигл. Армор Дигл без закупа вроде бы как флеша. Да, он попытается сейчас на морозе здесь закатать банку кому-то из фаз заходящих, но не поиграют опять пошагово на... Снова оставляя одного игрока нападение на контроле мидла. Ну, в принципе, тут Фореста хватит, чтобы законтрить аркаду. Да я и думаю, что аркады-то здесь не будет никакой от французов. Они, конечно, попытаются сыграть максимально неожиданно и агрессивно, например, вот под Б, да. Ну, то есть, где это позволяет, где позволяет возможность сыграть агрессивно. То есть, им тут рисковать особо сильно не стоит. Они это понимают. Вот аркада под Б говорит о том, что вся атака на А, и инфа проходит, пытаются сыграть стяжку французы, но вот их тиммейты... которые стоят на ключевых позициях в апленте, пока не особо сильно справляются с ситуацией. Ну и десант здесь, как видим, от Гидрайта очень плотный. Знает, на перемышке тиммейт Гидрайта Фрайберг уже, как видим, на долпане. Последняя ника. Ну и это 16-10, друзья. Тем не менее, аплодисменты команде Байкей за то, что они продемонстрировали неплохую игру в своем втором матче в этой, на этом чемпионате под названием Mind Sports Festival. Ну и мы вернемся к вам через несколько минут с матчем ESC Gaming. ESC Gaming — это матч следующего тура. Опять же, против команды Байкей. И... ну, я надеюсь, это будет интересная встреча. Как минимум. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Twitter. Пытаюсь вернуть туда подписчиков. Эх.